Приветствую вас, друзья, на своем канале «Пивных дел мастер». Сегодня мы вещаем опять с полей. Кстати говоря, я уже нахожусь на втором этаже, а не на первом, как в прошлом видео. Так что стройка у меня идет, все в порядке. Сегодня у нас не будет ни дегустации, ни выгонки Сэма, ни пивной варки. Сегодня я отвечу на один очень интересный вопрос, который в последнее время мне очень часто стали задавать и блогеры, и просто люди, и, собственно, вы, подписчики. Вы все прекрасно видели, что я под некоторыми своими роликами размещаю реферальную ссылку на партнерскую программу компании Distillarus. Да, я в ней участвую и участвую, можно сказать, с первого дня. И, собственно, вопрос заключается в том, ну как, она работает, можно ли там что-то заработать и вообще как, что и к чему там. Собственно, именно на этот вопрос я хочу сегодня ответить, потому что начну по порядку. В партнерской программе в сентябре будет ровно год, как я зарегистрирован. Я, как и все партнеры, без исключения, зарегистрировался на сайте, набрал свои 152 балла, получил реферальную ссылку и начал эту ссылку размещать под видео роликами, в которых я использовал продукцию компании Distillarus. Кто-то за эти ссылки меня хает, кто-то относится с пониманием, и я считаю, что это правильно. К этому нужно именно относиться с пониманием. Прошу, друзья, отметить, что за год работы я ни разу активно никого не агитировал переходить по этим ссылкам, регистрироваться, как-то там продавать, покупать. Ничего подобного не было. Ссылки, они были пассивные. Кто видел оборудование, на котором я гоню, варю и что-то делаю, переходил по этой ссылке и покупал, регистрировался. Выбор был лично за вами, друзья. Никого я не агитировал, никому не говорил даже нажимать на эту ссылку. Она просто находилась внизу, и люди, знающие, как устроен ролик, в котором что-то показывается, под ним есть описание, и под этим описанием ссылка на товар, на что-то и так далее, и так далее. Собственно, именно так это все и происходило. Теперь, собственно, вопрос, сколько же я на этом заработал и можно ли вообще на этом заработать. Для этого нам, друзья, придется переместиться на компьютер и зайти в мой личный кабинет, где вы все сами увидите своими собственными глазами. Поехали. Итак, друзья, мы сели там на компьютер, попали на страничку distillarus.com. Нам нужно войти в личный кабинет. Заходим, нажимаем вход. Я здесь зарегистрирован. У меня тут есть свой ник, свой пароль. Это все я ввожу. Жмем Enter. Войти. И вот мы попадаем в мой кабинет, в котором видно, как меня зовут, никнейм и дата регистрации. Регистрация 15 сентября 2016 года. Мой спонсор Вячеслав Карелин. Я хотел зарегистрироваться под Андреем Антоновичем. Он в то время раздавал всякие напитки за регистрацию. Ну, как-то получилось, я сам этого не хотел, но я попал к Карелину. Мой спонсор, админ Карелин. Ну что ж, давайте посмотрим. Всего пользователей в группе у меня 40 человек. Из них 36 это люди зарегистрировались по моей реферальной ссылке. 4 человека это, как я понял, это те люди, которые уже зарегистрировались под ними и тоже ведут свою работу. Далее у нас здесь накопленный личный объем. Вот мой объем. Это объем моих в моей структуре людей. И вот он кошелек. В кошельке у меня 12 039 рублей. Сумма это меняется в зависимости от курса доллара. Курс доллара больше, у меня больше денег. Курс доллара меньше, у меня меньше денег. Собственно, вот моя реферальная ссылка. И вот вся правда о том, сколько я заработал за год. Это абсолютно пассивный доход. Абсолютно я не прикладывал никаких усилий, я не активно не рекламировал, не активно не продвигал. Собственно, все шло само собой. Люди сами регистрировались, люди сами выбирали продукцию, люди сами покупали, и мне с каждых покупок капало по 5%, и вот накапало на 12 тысяч. Много это или мало, судить, что это такое-то. Много это или мало, судить вам. Но учесть, что я палец о палец, чтобы заработать вот эту сумму, не ударил. Кроме того, что я снимал ролики и показывал, как готовить пиво, как готовить самогон. Я бы снимал и без этой реферальной ссылки эти видеоролики. Поэтому, в принципе, это очень даже неплохо. Если работать активно, то есть, или даже агрессивно, вот в этой всей структуре, может быть, даже с навязыванием, сумма, наверное, была бы больше. Ну, наверное, меня за это сожгли бы на костре и так далее. Собственно, вот без купюр вы видите сами сумму, которую
у меня получилось подзаработать за неполный год партнерства в компании Distillarus. Так, на этом можно было бы попрощаться, но у меня для вас есть одна просьба. Я участвую в конкурсе на канале «Дистиллируем» у Александра, у моего земляка. Здесь видео, вот оно, «Пивная теория» от «Пивных дел мастера». Нужно это видео посмотреть и поставить под ним лайк. Кто больше наберет лайков из конкурсантов, тот получит призы. Призы разного рода, пивные наборы. Если я выиграю первое место, я смогу сам выбрать пивной набор. Поэтому, друзья, если не трудно, посмотрите, оцените, поставьте лайк. Ну и до скорой встречи, друзья. Всем удачи и пока.